Мы не ожидали, что проект будет настолько сложным. Ведь здесь были и падения, и взлеты. Мы прошли через это все. Эвелина и Илья – это ребята, которые точно должны сказать огромное спасибо телепроекту, потому что они не только научились в нем актерствованию, подаче, артистизму, они прибавили очень сильно и в качестве катания, и в качестве исполнения элементов. На данном этапе проект сейчас никто не покидает. Это очень сильно успокаивает. Особенно после того, что мы уже пережили. Мы говорим вам до свидания и не говорим вам прощай. Вперед, шоссе и побежал. Они никогда не говорят «нет» ни на что. Они всегда совсем согласны. Дополняют твою хореографию своим личным восприятием того или иного образа. Каждый день на тренировке ты должен приходить с позитивным настроем. Это очень важно для нашей пары, потому что атмосфера должна быть веселая. Прямо заодно, побежали. Пам, побежал. Пам. Молодец. Наша главная цель не то, чтобы нам говорили «молодцы», потому что так говорят всем. Сейчас для нас главное, чтобы мы сами поняли то, что мы победители. Эвелина Покраснетьева и Илья Макаров. Это еще одна пара, наставником которой является Илья Авербух. Сказка, прочитанная на ночь. Судя по всему, сказка-то не самая спокойная. Хотя после нее, смотрите, Эвелина благополучно засыпает. Вы уже знаете, уважаемые телезрители, что это Сен-Санс. Но как это называется? Это «Пляска смерти», 40-й опус. Что Эвелина Покраснетьева, она в этой паре идеальная партнерша. Послушная, как это сказать, очень внимательно к партнеру, реагирующая на все его команды. И она правильно его поддерживает, даже если у него вдруг что-то не получается или где-то он опасается допустить неточность. Эвелина тут же старается ее предугадать и исправить еще до того, как она произошла. Ну и энергетика, конечно, сумасшедшая. В зал вся эта энергия летит до самых дальних рядов зрительской аудитории. We'll be right back.
Это был только сон, навеянный сказкой. Сны иногда имеют свойство сбываться, что вполне возможно произойдет с Эвелиной Покраснетьевой и Ильей Макаровым. Не исключено, что им снились пьедесталы больших серьезных турниров, и вполне возможно, что в ближайшем или чуть более отдаленном будущем они до них дотянутся. Талант и возможности у них для этого есть. Саша, а помнишь, был такой замечательный канадский одиночник Толлер Крэнстон? Конечно. Правда, я немножко на него похож. Что-то есть. В общем, молодцы. Мадам, ваша ручка. Молодец. Молодец, молодец. Смотрите. Чуть-чуть волновались, да? Немножечко совсем. Но потом прям перебарывал себя, садись ко мне, Виля. Перебарывал себя и начинал набирать. Твизлы очень хорошо сделали. Поддержку очень хорошо сделали. И крутящуюся поддержку. Поздравляю тебя. Сделал это. Вообще все было очень достойно. Эвелина Покраснетьева и Илья Макаров. Оценки за технику. 5-6, 5-6, 5-6, 5-7, 5-7. Средний балл 5,64. Оценки за артистизм. 6-0, 5-9, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,94. Общий балл 11,58. Татьяна Анатольевна, с чем связан столь низкий балл? Какой же низкий? Ты что? Ну, за такие оценки вы меня могли... Ну, милый, так это ты. А это дети. Прекрасные дети. Не хочется разбирать их ошибок, потому что они произвели очень хорошее впечатление. И они в финале. А в начале, когда мы тут с наставниками сидели, как сейчас помню, мы вообще с ними чуть не попрощались. Дети очень выросли. Очень выросли. Не узнать. А как на поддержках ходишь? Ты вообще ни одну поддержку не мог сделать. Мне даже казалось, что у тебя прямо сейчас пупок развяжется. Ну да. А сейчас прям в легкую. А вторая оценка. Поздравляю вас с номером. С тем, что вы его понимали. Тем, что вы его танцевали. Илюша, ты нас порадовал. Спасибо большое. Порадовали бабушку. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Аделина. Ну, правильно ведь, ребята, порадовали. И дали возможность насладиться. Я в восторге от Ильи, потому что ты настолько вошел в образ, что я просто смотрела, не отрывая от тебя глаз. Понятное дело, у вас в возрасте разница 3 года, поэтому я хочу пожелать Эвелине, чтобы ты смотрела на своего партнера и тянулась за ним. Ты прекрасно все показала, отыграла, но у тебя перед тобой пример. И тянись к нему, я думаю, все получится. Спасибо, Наталья. Я поставила за артистичность 6-0, и это не было авансом, потому что маленький Илья меня абсолютно поразил. И... взрослый Илья, наш наставник, конечно, гениальная работа, с парой работаешь классно, и Эвелина соответствовала образу, который ей был, в общем, выделен и который был определен. Она была нежная девочка своего возраста, которой приснился вот такой черт в табакерке. Невозможно, смешно, забавно, артистично. Поздравляю вас. Спасибо. Поздравляем ребят и удачи в произвольном танце. Спасибо. Ау. Ну, тебе с такой прической можно прямиком на дискотеку отправляться. Мне очень понравился ваш номер. И, пожалуйста, вместе с хореографом, постановщиком и тренером расскажите поподробнее, как создавался этот образ, как вы пришли вот к такой вот прическе, которая не развалилась даже за всю программу. И вообще, судя по всему, работа проходила весело. В начале, первый день, мы подбирали образ. Мы подобрали его, но завтра нам сказали, что нет, давайте все-таки другой. А, и сменили на этот, да? Ты рада, что на такой веселый образ сменилась? Да. А расскажите, как Илья Вербух вас готовил к такому вот выступлению?
Нам это очень нравилось, и работали мы все вместе, и очень усердно. Это было заметно. Вы большие молодцы. И я уверена, что произвольная программа у вас будет еще круче этой. Молодцы. Спасибо вам.